Программа «В теме». Журналисты «Радиус ФМ» о людях, событиях и фактах. О людях, событиях и фактах. Здравствуйте. В студии Юлия Янукович. Практика привлечения компаниями внешних ресурсов для осуществления тех или иных задач медленно, но верно закрепляет свои позиции на рынке. Именуется этот процесс аутсорсингом. В чем преимущество аутсорсинга и каковы при этом есть риски? Как поэтапно устроен этот процесс? И как не прогадать с аутсорсером? Об этом сегодня и поговорим. В студии «Радиус ФМ» председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Николаевич Корягин. Здравствуйте. Добрый день. Вы тем временем можете также делиться своими мыслями и впечатлениями. Оставляйте комментарии под последним постом в группе нашего проекта ВКонтакте. Ну а мы, пожалуй, начнем с определения аутсорсинга. Что это такое, простыми словами? Расскажите, пожалуйста, Владимир Николаевич. Давая определение, хочу сказать, что сейчас вот то актуальное время, когда основной бизнес нашей страны производит переформатирование своей деятельности. Mm-hmm. Вступил в определенную фазу очень больших трансформационных изменений. Конечно, это ускорил вот такой всемирный многовекторный многопрофильный кризис. Не коронавирус, не то, не инфекция, но так вот совпало изменение цен на энергоресурсы, транспортных потоков, противодействие вирусной инфекции во всех странах мира. Это вызвало невиданное за последние 100 лет изменение форм, методов, способов осуществления предпринимательской деятельности, напрямую затронуло практически все предприятия, все субъекты хозяйства нашей страны. И мы как бы готовились долго к этому. Когда мы рассуждали о нашем флагманском проекте «Беларусь IT-страна», когда мы добивались в Трудовом кодексе легитимизации работы в удаленном доступе, это вступило как раз в действие 22 февраля только этого года. Это новое. Вот. И вот сейчас, когда многие компании съезжают с офисов, перестраивают свое производство и так далее, как никогда вот этот инструмент аутсорсинга и рядышком с ним всегда стоит субконтрактация, то есть вот аутсорсинг – это передача по договору. Вот что очень важно, не договоренности обычно, а именно по договору, угу. Чтобы это была легитимная форма ряда производственных функций тем или иным компаниям. Вот если просто говоря вот это. Угу. То есть мы сегодня, ну, такая самая простая форма, допустим, сегодня нам не надо иметь обязательно штатного бухгалтера. Мы отказываемся от штатных бухгалтерий и передаем на аутсорс вот ведение бухгалтерского учета, отчетности. Вот у нас у самих Республиканской конфедерации предпринимательства мы обслуживаемся двумя компаниями и наш деловой центр, и мы видим, как это замечательно. Да, нужен живой человек, который ведет вспомогательную какую-то работу, платежные требования, документооборот определенный, вот, чтобы передать на аутсорс ряд функций. Надо где-то и контролировать немножко также эту работу. Вот, потому что компания, которой ты доверил какие-то функции, там живые люди, есть человеческий фактор. Они тоже могут что-то просмотреть, что-то вовремя не сделать. Вот. И в итоге вы получите там какое-нибудь административное взыскание руководителя, к примеру, или предупреждение от того или иного органа за несвоевременное произведение каких-то отчетных действий. Но все-таки основные функции – это производство. То есть сегодня, допустим, в области строительства у нас активно развивается инжиниринг. То есть сегодня появляются инжиниринговые компании. Не обязательно сегодня иметь в каждой строительной компании там по 5, по 6 ГИПов, ГАПов и так далее. Вот новое постановление как раз и Министерство строительства учило уже в квалификационных требованиях к кадрам компаний строительных. Все это упрощается. Мы можем одолжить каких-то сотрудников. Мы можем передать часть своих функций каким-то специализированным компаниям. Вот сейчас начинается время специализированных компаний, когда ты можешь одновременно, допустим, рекламу, функции рекламы передать другой компании. Функции продвижения в рекламе в сетях передать, опять-таки, по контракту, по договору, выполнение там обязанности там SEO-продвижения.
и ваших сайтов, и ваших информационных ресурсов специализированные компании. А там уже специалисты, которые очень тонко знают, чувствуют рынок, в зависимости от объема заказа, от поставленной цели, они имеют интерес выполнить функции и получить тоже часть своего дохода, либо, значит, получить оплату своей проделанной работы. Угу. Иными словами, делегация, такое делегирование, вернее, обязанностей. Да. Делегирование с ответственностью. С ответственностью. И часто с включением в цепочку добавленной стоимости. Угу. То есть они тоже зарабатывают благодаря тому, что вы зарабатываете. Ну, конечно. Вы выполняете функцию, и они тоже как бы вдоль. Это же называется аутсорсинговая компания, да? Она тоже как-то регистрируется. Как, кстати, создается аутсорсинговая компания? У нас нет особо... Это любая компания может выполнять роль аутсорсинговой компании. Любая. Она может эти функции себе включить, так себя позиционировать, и, конечно, оказывая определенный спектр услуг. А как устроен процесс аутсорсинга? Вот вы заключаете договор, и начинается какая-то взаимная работа, или как-то еще сложнее это все происходит? Во-первых, очень важно отбирать, производить определенный конкурс на отбор, искать своих партнеров. Да. И поэтому не сразу надо бросаться на первого попавшегося, или который себя рекламирует, надо изучить партнера. То есть вообще сегодня то время... Когда вроде бы доступны все информационные ресурсы, но очень много там мусора. Надо тщательно очень анализировать. Очень много там фейковой информации, да, очень много. И поэтому надо изучать своего контрагента, проверить его. Сегодня есть много способов, как внутри СНГ, Белоруссии, специализированные компании, юридические компании работают, так и на европейском пространстве, некоторым даже более 100 лет, которые проверяют ваших контрагентов, узнать о них, правоспособны ли они, действительно ли существуют, каков там персонал, то есть каков опыт работы, каков портфолио, заглянуть на их сайт, посмотреть, может быть, связаться с теми людьми, которые выполняли или осуществляли когда-то какие-то там заказы этой компании. Одним словом, вот это элементарно. Не бросаться в омут с головой, а анализировать информацию и партнеров надо подбирать. Надо подбирать, наращивать на конкурсной основе и потом сотрудничать. Да, таким образом мы не прогадаем с аутсорсером. А какие есть виды аутсорсинга? Вот вы назвали бухгалтерский отчет. Да, ну фактически на аутсорс можно передать себе любые управленческие, организационные, информационные, рекламные функции компании. Угу. Вот, и передать это. Причем, что интересно, вот так вот вам интересно. Вот сегодня у нас в стране там много гипермаркетов, да? Угу. Вот, и вот система видеонаблюдения. Так. Вот в гипермаркетах. Вы сегодня можете даже сами взять заказ, охранять, там, находясь в Бобруйске, гипермаркет, наблюдать, что происходит в Гомеле или в Бресте. Угу. То есть создать рабочие места, видеонаблюдение, естественно, ну, уже служба вызова там по месту. Надо взаимодействовать с определенной местной службой, охраны, когда кнопка вызова, и они могут там прибежать, приехать очень быстро, вот, по какому-то тревожному сигналу. Вот, пожалуйста, видеонаблюдение очень просто. Для этого не обязательно быть в этом здании. Более того, мы проводили эксперименты, когда мы наблюдали гипермаркет Чикаго. У нас сидели за монитором специалисты, наблюдали здесь. И, казалось бы, вот бы и приняли мы заказы какие-то. Потому что там человек, сидящий за монитором, ну, получает в среднем от 5000 долларов в месяц. Угу. Наши готовы работать за 1000 рублей. Вот. Но страховка этой компании, пока не готовы страховые компании. Потому что там возникают нюансы в страховании вот этой ответственности. У нас еще нет стыковки между страховыми компаниями, ряд других международных правил и процедур. И даже, представьте себе, профсоюз против выступает. Вот этих служб, охранных служб, американский профсоюз, не дает передавать часть этих работ в какую-то другую страну. Угу. То есть здесь предстоит еще такая длительная процедура согласования, чтобы мы могли сделать это такой, ну, массовой, что ли, работой для многих наших компаний вот в данном узком сегменте. Угу. А в каких сферах наиболее практика это популярна? Сейчас активно развивается в сфере бухгалтерского учета и отчетности. Угу. В сфере ведения документации компании, документооборота. Вот. Этому способствует сегодня целый ряд программ. Вот. Ну, для крупных компаний «Галактика», для средних, малых компаний «С1».
Вот, для там небольших компаний Bittrex. Uh-huh. Вот, и эти компании, внедряя свои продукты, могут дать очень много, так сказать, полезных инструментов и самой компании, заказчику аутсорсинговых услуг. И в этом помогает, конечно, ведение многих операций. Uh-huh. Ну что ж, время делать перерыв. Поговорим сегодня об аутсорсинге. У нас в гостях председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Николаевич Корягин. Тем временем свои мысли и впечатления вы можете излагать под последним постом в группе нашего проекта в ВКонтакте. А мы продолжим нашу беседу через несколько минут. Оставайтесь на Радио ФМ. Ты слушаешь программу «В теме». Журналисты Радио ФМ о людях, событиях и фактах. Мы снова в эфире. У микрофона Юлия Янукович. Разбираемся сегодня, что такое аутсорсинг и как устроен его процесс. У нас в гостях председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Николаевич Корягин. Между тем, вы, друзья, можете делиться своими мыслями касательно темы нашего диалога. Оставляйте комментарии под последним постом в группе нашего проекта ВКонтакте. Ну а мы продолжим. Владимир Николаевич, расскажите, в чем преимущество аутсорсинга? Давайте перечислим. Ну, в первую очередь, это минимизация компании, численности компании. То есть компания, значит, небольшие компании, они более мобильны. И uh-huh. вот и сейчас вот такой вот кризис показывает. Они очень быстро перестраиваются. Uh-huh. То есть им не надо в штате содержать много сотрудников. На период выполнения какого-то заказа или там расширение количества заказов, они могут увеличить за счет как раз аутсорсинговых различного рода услуг. Ну, к примеру, возникла необходимость каких-то транспортно-логистических действий, перевозках транспорта. Не надо для этого иметь самому этот транспорт. Есть специальные транспортные компании, есть транспортная логистика, у них есть агентура по любым странам мира. Они могут производить эту работу и путем там морских контейнерных там перевозок, к примеру, железнотранспортных потоков, железная дорога и так далее. Этим занимаются специалисты. Вы даете заказ, и они выискивают, рассчитывают, согласовывают с вами по договорам самый оптимальный и дешевый, скажем так, путь достижения товара в какую-то точку мира. Второе преимущество – это, конечно, сегодня усиливается роль локализации. Вот мы говорим о глобализации, вот глобальных аспектов, те тенденции, которые в мире развиваются, но усиливается роль локальных аспектов. А именно, вот во многих странах мира отказались от дублирующих производств. Ну, к примеру, практически нигде в мире не осталось, что в каком-то городе, тем более с миллионным населением, было несколько литейных цехов. Ведь это охрана окружающей среды. Вот. Поэтому, как правило, на каком-то производстве остается литейный цех, вот, где, куда можно разместить заказы не только для данного производства, ну, к примеру, тракторного завода, но разместить выплавку каких-то изделий вот, для других предприятий. Это повышает рентабельность самого производства данного предприятия. Это очень благотворно сказывается на окружающей среде. Вот. И это экономит ресурсы, конечно, данному предприятию. Потому что попробуй, пройди там все технические нормы, правила создания собственного литейного цеха. Это очень контролируемое производство. И здесь, конечно, вот можно удешевить таким вот образом процесс. Вообще стремление к локализации, создание региональных кластеров, производственных кластеров – это тенденция нашего 21 века. Вот, по этому пути идет Швейцария, Бавария в Германии, Финляндия, она вся в кластерах. То есть вначале там заказывались на территории там через каких-то дальних, в дальних регионах. А сегодня смотрят, они нельзя ли поближе выполнить эту работу. И таким образом образовываются такие новые уже кластерные образования, кластерные связи. Они могут быть и отраслевыми, и по какой-то группе товаров, и даже по одному товару. И для внедрения инновационных решений это имеет очень большое значение, потому что в кластере, как правило, участвуют и производственные, и услуговые компании, и наука, вот, и университеты, и местные власти, которые тоже заинтересованы в максимальном содействии повышения эффективности того или иного предприятия. Ведь они получают с этого налоги и занятость. Поэтому, конечно, стараются не упускать такой возможности. Угу. А правильно ли я понимаю, что преимуществом является еще и
повышение уровня профессионализма, так как, получается, вы делегируете какие-то обязанности узкоспециализированным специалистам. Да, узкая специализация – это и всегда более высокий профессионализм, производительность труда, отработка инструментарий, безусловно. Поэтому вот мир сегодня идет по этому пути. Вообще, надо сказать, прогресс человечества с этого начался, с разделения умственного и физического труда. Вот, вот уже тогда повысилась производительность и одного, и второго, уже там 2 тысячелетия назад. И все время мир шел по этому пути. Но сегодня особый такой век специализации. Но кроме того, у нас еще и такой век нетократии, сетевой экономики. Вот сами по себе сети, торговые, информационные сети, они резко ускорили такой активный фермент ускорения. Вот, и самого процесса генерации каких-то идей, продвижения инноваций и внедрения. И, конечно, это содействует продажам. Они становятся более эффективными, и уже производители начинают уже вот с помощью ряда компаний мыслить категориями рынков, категориями значит, более высокой продуктивной экономики. А какие есть риски? Наверняка они есть при переходе. Да, конечно, риски всегда есть. На то оно и предпринимательство. Да. Потому что работа предпринимателя, недаром говорят, что это деятельность, но и свой страх и риск. Так. Ну, и мы должны сделать, чтобы было меньше страхов и, конечно, меньше рисков. Поэтому хорошие юридические компании, опять-таки, не обязательно иметь в штате себя юриста. У нас сегодня появились хорошие юридические компании. На слуху их имена. Они конкурируют сегодня за потребителя. Вот. И, конечно, пользоваться обязательно специалистами, потому что очень много зависит не только от проверки контрагента, вот участника этого процесса аутсорсинга, но и от качества договора. Вот, это имеет большое значение. Надо все предусмотреть заранее, все вот эти нюансы, все возможные форс-мажорные обстоятельства. Все прописать. Особенно если мы доверяем какую-то операцию там, субъекту хозяйственного в другой стране мира. Угу. Потому что мы здесь сталкиваемся с законодательством этой страны. Вот, обязательно надо подумать, можно ли ту или иную сделку застраховать. Вот там экспортные риски, если речь идет об экспорте и каких-то производственных. То есть не мешает пообщаться и в том числе со страховыми компаниями, какие риски они могли бы взять на себя. Угу. Ну и напоследок, насколько популярность аутсорсинга будет расти по вашим прогнозам? Думаю, что она будет расти в разы, потому что мы все сегодня переходим в работу максимально в сетях, в удаленном доступе. Вот, когда наши и внутри даже компании, сегодня мы работаем удаленно, сегодня в Белоруссии, допустим, глава компании находится в Бресте, часть Минске, часть Бобруйске или что-то в Витебске, даже сотрудники. Вот сейчас у меня один из сотрудников находится там, да, практически все сотрудники в настоящий момент находятся в удаленном доступе в разных городах. Но, тем не менее, мы обучаемся работать в этих новых условиях. Есть очень много программ оптимизации, вот, очень много интересных программ. То есть наши дорогие айтишники сегодня нарабатывают, нам помогают это оптимизировать. Поэтому, конечно же, вообще бизнес, он не стоит на месте. И сегодня в нашей Республиканской конфедерации предпринимательства много проектов, планов, связанных как с усилением локализации нашего бизнеса, так и глобализации. Вот мы сейчас проводим программу «Беларусь Глобал». То есть мы планируем выйти на рынки, найти партнеров и создать даже такую должность, функцию, как бизнес-амбассадор в 220 странах мира. И вот студенты факультета международных отношений БГУ, а в будущем МИЦО, Белгоса университета, ряда других вузов, 600 примерно волонтеров будут участвовать в этом проекте. Каждую страну мы рассматриваем с точки зрения наших партнеров. 30-40 партнеров бизнес-ассоциаций, центров, банков, агентств, значит, профильных компаний для развития такого глобального партнерства. Мы маленькая страна с небольшой экономикой, но рынок наш – это весь мир.
С большим потенциалом. Спасибо большое за беседу. Мы подошли к завершению. Все подробности об аутсорсинге нам сегодня поведал председатель Высшего координационного совета Республиканской конфедерации предпринимательства Владимир Николаевич Корягин. С вами была Юлия Янукович. Оставайтесь на Радио СФМ и хорошего вам дня. Слушай Радиус ФМ и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.